Здравствуйте, я старший лейтенант полиции Саусенман. Позвольте представить вам презентацию, как я оказался в ситуации нарушения закона. Моя презентация состоит из следующих частей. Давайте начнем. Первая часть – мошенничество. Что такое фишинг? Это финансовое мошенничество для вымогательства денежных средств у людей. Под различными предлогами через телефон и другие средства коммуникации. Все телефонные звонки с вымоганием сберкнижек и денег опасны. Дальше. Давайте разберем пример. Фишинг с использованием телефонного номера посольства. Подделка телефонного номера. Звонок с действительного номера посольства. Вымогательство денег и личных данные у жертвы под преступным предлогом. Еще один пример. Случай становления преступником при выполнении роли человека, снимающего денежные средства со сберегательной книжки другого лица. Один студент прочитал в интернете объявление о выплате денежного вознаграждения при получении денег в банке. Вместо другого лица и списался с автором поста. Он был задержан вовремя снятия денежных средств из банкомата. Дальше. Если вы подверглись фишингу, немедленно сообщите полиции. Сотрудники полиции свяжутся с органами финансовой службы и помогут подать запрос о приостановке денежной операции. Вы можете предпринять следующий мер профилактики фишинга. Не принимайте звонки с незаконного номера. Сразу положите трубку. При малейшем подозрении сразу сообщите полиции. Интернет-мошенничество при покупке и продаже товара. Это мошенничество во время совершения сделок по продаже и покупке товаров по интернету. Давайте разберем пример. Один покупатель увидел пост о продаже в интернете. Он отправил деньги за товар в соответствии с требованием о предварительной оплате. Покупатель получил СМС о подтверждении оплаты и отправке товара. Покупатель ожидал доставки, но товар не был доставлен. Интернет-блог, в котором он увидел пост, уже закрылся. И связь с администратором стала невозможна. Для того, чтобы обезопасить свой кошелек от преступников, обязательно отнеситесь с подозрением к покупке товара по слишком низкой цене. Совершайте сделку с участным лицом непосредственно при встрече, обменивая товар и деньги. Если личная встреча невозможна, особенно тщательно проверить через сервис информацию о продукте. Вы можете проверить на сайте отдела кибербезопасности агентства полиции. Сберегательные книжки на имя другого лица. Это нестандартные сберегательные книжки, у которых лицо их открывшего не совпадает с лицом ими пользующимся. Давайте разберем пример. Один студент спустя месяц после прибытия в Корею, он увидел на сайте для иностранных граждан в Корее. Пост займет 200 тысяч вон. При предоставлении личной сберегательной книжки и связавшись с преступником, отправил ему сберкнижку, оформленную на свое имя. Сберегательная книжка студента была использована для фишинга, в связи с чем он подвергся следствию вместе с преступником. Студент дал показания полиции о том, что он не знаком
с корейским законодательством. Однако был наказан за участие в преступлении вместе с преступником. Поэтому не разглашайте информацию о паролях вашей сберегательной книжки и дебетовой карты и банковского счета. Второе – сексуальное преступление. Давайте посмотрим, что относится к сексуальным преступлениям. Любые действия, посягающие на права сексуальной свободы другого лица против его воли. На данный момент любой сексуальный акт против воли другого лица, даже без физического насилия, признается в качестве изнасилования и сексуального домогательства и подвергается наказанию. Давайте разберем пример. В фирме один мужчина приставал к девушке. Она заявила в полицию о домогательстве. Он был привлечен к суду по делу о насильственном домогательстве. Девушка устроилась на новое место работы благодаря поддержке Министерства труда. Если вы стали жертвой сексуального преступления, сразу не моетесь, не выбрасывайте нижнее белье и обратитесь в полицию. Если вы оказались жертвой сексуального насилия, обратитесь за помощью в полицию. У нас есть система предоставления временного местонахождения и психологическая консультация и так далее. Давайте посмотрим насилие на свидание и преследование. Насилие на свидание – это угрожающее действие по отношению к партнеру по свиданию. Преследование – это различные действия, вызывающие беспокойство и страх, совершаемые по отношению к другому лицу, независимо от его воли. Мы предлагаем вам следующий мер для профилактики насилия на свидании и преследования. Обязательно запомните, что насилие – это не любовь, а преступление. Соверите доказательства и обратитесь за консультацией в полицию и службу экстренной телефонной связи для женщин. Третье – насилие в семье. Что относится к насилию в семье? Значит, физическое, эмоциональное и беспризорность. Если в вашей семье совершается домашнее насилие, обратитесь за помощью в полицию. Немедленно уходите с места и обязательно соберите доказательства. И обратитесь за временным экстренным мерами в полицию. Тогда меры помогут выгнать подозреваемого из дома. И обратитесь за временным экстренным мерами в полицию. Тогда меры помогут выгнать подозреваемого из дома. Возможно, получение решения о запрете на приближение в случае, если суд признает необходимость получения защиты. Четвертое. Насилие над детьми. Насилие над детьми – это похоже на домашнее насилие. Физическое, психологическое и сексуальное. Совершали ли вы следующие действия? Запирать ребенка в комнате. Не давать есть ребенку. Не следить за ребенком, оставлять его без присмотра. Избивать ребенка. Эти действия являются насилием над детьми. Пятое. Азартные игры. Азартные игры – это оспаривание победы и поражение с целью выигрыша денег или
материальной ценности, запомните, что если это не кратковременное удовольствие, то все действия относятся к преступлению. Много азартных игр в мире. Предоставление места для азартных игр является более тяжким преступлением, чем само участие в азартных играх. Шестая. ДТП. Если произошло ДТП, не волнуйтесь, проверить, нет ли пострадавших. Если нет пострадавших, обратитесь в страховую компанию, и все. Но есть пострадавший, обратитесь за помощью в полицию. И помните, что важнее всего оказание медицинской помощи пострадавшим. Дальше. Пожение без водительских прав и пожение в нетрезвом состоянии. Конечно, это преступление. Смотрите на картинки. Вы можете стать преступником, даже если не являетесь пьяным водителем. Правила безопасности велосипедиста. Пожение велосипеда в нетрезвом виде запрещено. Проезд по тротуару на электровелосипеде с включенным двигателем запрещен. Рекомендуется надеть защитный шлем. Что такое автомобили, оформленные на другое лицо? Давайте посмотрим. Случай, когда лицо в документации обозначенное в качестве владельца и лицо, действительно владеющее и управляющее автомобилем, не совпадает. Или когда владелец автомобиля неизвестен. Каким образом оформляются подобные автомобили? Случай повлечения в долговые отношения и отсутствие данных о смене информации о новом владельце после покупки автомобиля и краж автомобиля. Следующее агрессивное вождение на дорогах. Вы совершали ли следующее действие? Проезд не запрещающий сигнал светофора или езда по разделительной полосе или превышение скорости или нарушение запрета на смену направления движения и так далее. Это агрессивное вождение. Намеренное резкое торможение, препятствование направлению движения. Это хамство на дорогах. Конечно, тоже нельзя. Седьмая. Наркотическая преступность. Изготовление, продажа, хранение и применение наркотических или психотропные вещества в Республике Корея являются преступлением. А знаете, импорт, экспорт, продажа и покупка наркотических средств и других без срочного заключения или лишения свобод на срок от 5 лет. Культивирование и владение семенами, лишение свобод на срок от 1 года. Предоставление помещения для потребления наркотических веществ, лишение свобод на срок до 10 лет. Восьмая. Подработка иностранных студентов. В принципе, коммерческая деятельность и трудоустройство запрещены. Но временное трудоустройство допускается при предварительном получении разрешения. На какую подработку можно устроиться?
вид предприятия, разрешенный в рамках общепринятой обществом предприятий. Но хостес и нелегальное коллекторство и других запрещены. Обязательно соблюдайте временный регламент подработки. Студент в программе бакалавриата и языковых курсов до 20 часов в неделю. Магистратуры и аспирантуры до 30 часов в неделю. Трудоустройство не соответствующее статус пребывания запрещено. Давайте разберем пример. Особенно обращаем внимание вокруг иностранных корейских граждан. Один россиянин, приехавший в Республику Корея для помощи по уходу за ребенком дочери, вышедший замуж за корейского гражданина. Тогда он временно заработал в фирме, но в ходе надзора офиса миграционной службы был задержан во время работы на фирме. 9. Система освобождения от обязанности сообщения информации о статусе нелегального мигранта. Давайте посмотрим. Если вы являетесь жертвой преступления и даете показания в полиции, полиция Республики Корея не будет передавать вашу информацию в офис миграционной службы. Даже если вы находитесь в статусе нелегального пребываемого, данное преступление – вид преступления, на который распространяется система освобождения от обязанности сообщения информации о статусе нелегального мигранта. Но в данный случай неразглашение вашего статуса невозможно. Случай задержания и допроса за иное преступление и так далее. Даже если вы оказались пострадавшим и получили помощь от системы освобождения от обязанности сообщения информации о статусе нелегального мигранта, это не означает, что ваш статус пребывания изменится на легальный. Рекомендуем вам добровольный выезд из страны и повторный приезд в качестве легального мигранта для обеспечения стабильной жизнедеятельности на территории страны. 10. Незаконное такси. Незаконная деятельность такси – это взимание чрезмерной платы за проезд в такси с иностранных туристов. А также коммерческая деятельность такси без лицензии на арендованном автомобиле. Предлагаемся следующий мер профилактики. Не садитесь в автомобиль, если это не официальное такси. Цвет автомобильного номер такси должен быть желтым, а не белым. При взимании чрезмерной платы за проезд немедленно сообщить в полицию. Ребята, всегда при себе имейте ID-карту или паспорт. Спасибо за внимание. До свидания.